общем, это даже не звук, который должен был быть в рейтинге звуков. Это такая вот не особо хорошая новость. В последнее время Битва Про довольно редко выходила на моем канале. Делать ее у меня есть совесть ему только осенью. Сам даже не знаю почему. Но теперь по одному сезону в год как-то мало выходит. И без озвучки дело бы пошло проще. Но как-то обидно ее, блядь, совсем. Так вот, к делу. У Битвы Про новый автор. Его канал видите прямо сейчас. И ссылочка на него будет в описании. Он классно придумывает сценарий, в отличие от меня, ленивой жопы. В его руках проект будет процветать. А мне дайте поделать остальной контент, по типу Фузи, как и Вижу МСМ и так далее. Может вернуться ежедневные премьеры. И еще, ребят. На Кренлэп, смотрите. Видели бы ваши лица сейчас. Ну ладно, сейчас свое лицо покажу.